Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке договора о зоне свободной торговли с Украиной. Соответствующий указ российский президент подписал накануне. Теперь по действующему законодательству проект решения должны рассмотреть депутаты. Если документ одобрят в парламенте, то договор с Киевом приостановят уже 1 января будущего года. Заседание Госдумы по этому вопросу назначено на 22 декабря.